Чувашском ТЮЗе в эти дни проходит межрегиональная лаборатория форум детской национальной драматургии. Форум – грантовый проект Министерства культуры Российской Федерации. Программа форума очень разнообразна. В его рамках проходит фестиваль национальных спектаклей с участием драматического театра имени Басангова Республики Калмыкия. В литературных лабораториях участники анализировали эскизные постановки, читали конкурсные пьесы и обсуждали актуальные проблемы современной драматургии. Руководитель форума – известный театральный критик Ирина Мягкова. В числе экспертов – режиссер и заслуженный деятель искусств России Валерий Персиков, а также театральный критик Сергей Фишер. Положение с национальной драматургией очень тяжелое. Драматургов много, а писать никто почти не умеет. Поэтому вот эта драматургия, которую вынуждены ставить режиссеры национальных театров, она может людей от театра оттолкнуть. Понимаете, это очень большая проблема. И задача ваших деятелей культуры – научить этих драматургов каким-то образом или каким-то образом стимулировать их желание научиться самим писать как следует. Среди участников форума были драматурги из Чувашии, Башкортостана, Санкт-Петербурга и Москвы. Виктория Дергачева приехала из Екатеринбурга. Она привезла на форум свою пьесу «Снег». Кстати, интересная особенность вашего как раз форума в том, что она идет почти параллельно с форумом молодых писателей России. Вот если делать выбор даже, то мне было очень интересно вот именно сюда приехать. А по уровню абсолютно не уступает. Я приеду в Екатеринбург, я буду, конечно, рекомендовать по возможности слать сюда пьесы. Главная цель международной лаборатории форума – найти молодых драматургов и помочь им достичь больших успехов. Ирина Мягкова уверена, что драматургия – самый высокий и трудный жанр, и поэтому останавливаться на этом семинаре не стоит. Нужно постоянно работать с растущими драматургами. По рекомендации экспертов, лучшие постановки пьес попадут в репертуар театров. Екатерина Кудряшова, Анастасия Алангина, Евгений Анисимов, Республика.